Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Носители этого имени стремятся быть творцом собственной судьбы и хозяевами своего будущего. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Человек, родившийся 1, 10, 19 или 28 числа каждого месяца, может смело выбирать один из этих дней для активных действий, магии солнца на его стороне. Особенно это касается периодов с 21 июля по 28 августа и с 21 марта по 28 апреля. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. При неадекватной самооценке владелец этого имени старается убрать всех более-менее талантливых людей из своего окружения, безраздельно царить и властвовать, не считаясь другими мнениями и советами. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.